Добро пожаловать в Мышкин! Город, в котором реальность и сказка сплелись воедино. Здесь можно встретить лешего, русалку и даже ученого кота. Интересно? Дальше будет еще интереснее! Однажды магические вещи были украдены и попали в случайные руки. Волшебные силы вышли из-под контроля, и теперь Мышкин вот-вот погрузится в хаос. Но не стоит паниковать, ведь на страже покоя стоит сказочный патруль! Маша, Варвара, Снежка и Аленка – юные волшебницы, сохраняющие баланс между сказкой и обычным миром. Девчонки, а ведь у нас есть новое задание! Сказочный патруль, за дело! Городу требуется наша помощь. Выберем задание. Лукоморье. Выберем девочек, которые отправятся на задание. Варя. Маша. Снежка. Из лукоморья сбежал волшебный пылесос. Нужно вернуть его на место. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Поможем Маше прицелиться. Ну и выстрел! Маша просто гений! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало. Опасно связываться с внучкой Деда Мороза. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Поможем Варе поймать предмет. Под контролем. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Поможем Маше прицелиться. Ну и выстрел! Маша просто гений! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Используем силу Маши, чтобы передвинуть предметы. Препятствие устранено! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Чтобы такое сказать, чтобы убедить собеседника. Отлично! Договорились! Самое время применить волшебство! Варя так виртуозно управляет ветром! Браво! Надо изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен.
Варя всегда готова за себя постоять. Здесь ему самое место. Городу требуется наша помощь. Выберем задание. Город Мышкин. Выберем девочек, которые отправятся на задание. Аленка. Маша. Снежка. Варя. Джин-толик окончательно распоясался. Пора загнать его обратно в игровой автомат. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Используем силу Снежки, чтобы передвинуть лед. Отлично! Тут ему самое место. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Самое время применить волшебство. Варя так виртуозно управляет ветром. Браво! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Скорее, надо помочь Аленке потушить огонь! Вот это волшебство! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Используем силу Маши, чтобы передвинуть предметы. Препятствие устранено! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Самое время применить волшебство. Варя так виртуозно управляет ветром! Браво! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало! Силы природы всегда помогают Маше! Применить волшебство. Варя так виртуозно управляет ветром. Браво! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Надо изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало. Опасно связываться с внучкой Деда Мороза.
Надо изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен. Нужно найти емкость, куда мы сможем поймать джина. Отлично! Теперь нужно как-то загнать его внутрь. Попробуем применить силу. Ничего не получается! Он слишком изворотлив. Посадим его в клетку. Таланты Аленки. Фуф! Джин Толик пойман и больше не будет пакостить в городе. Прекрасно! Мы вернули еще один кусочек волшебного камня! Городу требуется наша помощь. Выберем задание. Ночной город. Выберем девочек, которые отправятся на задание. Варя. Аленка. Мыши похитили кота ученого. Скорее на помощь! Выберем, кто поможет устранить препятствие. Поможем Варе поймать предмет. Отлично! У Вари все под контролем. Выберем, кто поможет устранить препятствие. А ну-ка, врежем ему как следует. Варя всегда готова за себя постоять. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Надо подсказать Аленке, куда выстрелить из рогатки. Вот это меткость! Молодец, Аленка! Выберем, кто поможет устранить препятствие. А ну-ка, врежем ему как следует! Варя всегда готова за себя постоять. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало. Силы природы всегда помогают Маше. Надо изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен. Впереди ничего не видно. Попробуем осветить дорогу. В
Вот это волшебство! Надо изучить местность и найти потерянное. Поиск завершен. Впереди ничего не видно. Попробуем осветить дорогу. Вот это волшебство! Применим секретное изобретение Маши. Выберем, кто поможет устранить препятствие. Время призвать силу ветра! Применим секретное изобретение Маши. Прогнали из города мышей-воришек! Прекрасно! Мы вернули еще один кусочек волшебного камня! Городу требуется наша помощь! Выберем задание!